Всем привет, с вами Аджер Лео и ты. В общем, я сегодня с другом. Как тебя зовут? Данила. Он. Вот, и сегодня мы будем снимать видео о том, как я сейчас, наверное, утру Даниле нос, потому что он мне бросил вызов и хочет занять место блейдера всея Руси. У нас 4 поля, увидите одно из них. И, Данил, какой тебе не нравится? У нас есть Lion Stadium, который вы видите, Destroyer Stadium, Striker Stadium и Half Pipe Stadium. Давай берем поле, которое черное. Destroyer? Какой? Destroyer Stadium? Да. Он какой-то потертый, мне не очень нравится. Давай, уберем Destroyer Stadium. И первый, получается, у нас будет на Lion Stadium. Выбирай свой волчок. Ты молодец. Ну, конечно, на камере это будет выглядеть как-то не очень, как он тут шатается за всем. Не подведи меня. Не подведет тебя. Ладно, хорошо. А это долго крутится? Я не знаю, средненько. В зависимости, как у тебя Destroyer себя поведет. Первое касание. Носовой бой лучше на запускалке. Правило, лучше на запускалке вот такие использовать можно. Ну и такие. Да, ну, либо я лучше на запускалке. То есть, я запускал в камеру, не попала. И мне кажется, сейчас 1-0 в пользу Данилы. Чтобы мне остаться на плане Blade of CRC, мне надо, получается, на остальных... Ну и давай, какой ты играешь, Half-Pipe или Striker? Давай на Striker. Давай на Страйкере. На Страйкере я выбираю Дестройера, и я его буду запускать. Внимание, обычно запускалка. То есть я бросаю Даниле такой вызов, то что я Дестройера смогу запустить вот так вот. Да, это все. Так. Слушай, а можно еще один волчок использовать несколько раз? Нет. Блин. Ты занимай. Понятно, сразу бой начался жестким. Только что-то мой волчок меня не очень хорошо показывает, потому что, блин, да. Он туда-сюда мотается, так что у Дестройера есть все шансы меня усилить. Ну, кстати, да. Дестройер, смотри, сейчас что будет. Сейчас будет комбинация, почему Дестройер просто мой непобедимый волчок. Я хотела, между прочим, сделать так, чтобы Данила и Дестройер сражался с моим, но не получилось. Потому что Данила, ну, Дестройер, когда я выбрал Ливерпулю, мы выбираем отвернувшись друг от друга, чтобы не посмотреть, какой волчок кто выберет. Ну да. Вот, и чтобы, типа, не узнать, что у него волчок. Блин, знаешь, вот здесь реально комбинация, потому что, видишь, они почти одинаково крутятся. Нет, Дестройер сильнее. У Дестройера выносливость выше. Сейчас смотри, что будет. Сейчас Дестройер прям буквально на секунду выберет. Видишь, вроде бы уже начал. Ну да. Ну, у него реально... И смотри, буквально на 2 секунды выигрывает Дестройер. Он так всегда. Поэтому он, Дестройер, сила в самом конце проявляется. И теле Half Pipe Stadium. Midnight Bull. Хорошо. Я беру вот такой вот волчок, не знаю, как это... Ой-ой-ой. Этого волчка нет, если вы покупаете Beyblade Hasbro. Это Death Noof. Притом. Да, все бит реально жестко, потому что, видишь, как они друг друга лупают, это просто жесть. Ну, и сейчас мы узнаем, кто же выиграет. Кто же выиграет в Яруси? Хотя, мне кажется, что это Санек, потому что, видишь... Потому что, вспоминайте то видео, где я честно назвал себя блейдером Сия Руси, и сейчас Destroyer и Midnight Bull это оправдали, то что я блейдер Сия Руси. Я, как понимаете, лучший. Да, я довольно-таки люблю такие ковры. Хоть и в Москве у меня не такой. И в Москве у меня не такой ковер.